Всем привет, с вами Мария Тегер. И сегодня, как попросил один из людей в комментариях, я решила снять, как же все-таки установить с помощью Майнкрафтские Steam Search свой Steam. Итак, я выбирала его, не знаю даже, может вот эту лиску? Да, вот лиску выберу. Мне лиска понравилась. Я сама еще, в принципе, пока не разобралась. Плохой скин вообще-то. Плохой. Уже очень. Вместе выход мы найдем. Ну ладно, все обращают внимание. Смотрите, я посмотрела некоторых. Небольшой обзор, как установить скин, и обнаружила, что некоторые просто тупо вот это скопируют. Заходят в Майнкрафт. Майнкрафт заходит. Да, кстати, появилась новая версия Майнкрафта 1.7.2, но я на ней не играю, потому что не люблю все эти лицензии. Короче. Так вот, вы просто можете просто, если вам неудобно, можете вот так вот вставить. Так вот вставить окошечко. И напишите. Вообще, может быть, просто надо скачать вот этот скин. Так и есть. Нужно просто скачать этот скин, можно вот таким вот образом, что ли, смотрите. Надо перетащить его, не знаю. Я не знаю просто, как его установить. У меня не получается пока ничего делать. Давайте посмотрим какую-нибудь вот видюшку, и вы сразу поймете. Когда-нибудь ты поймешь. Здесь реклама городская не будет. Да, реклама, ну как обычно. Я сама еще пока не поняла, почему так установить. Видите? Попробуем-ка мы и так же делаем. Давайте так же сделаем, опять лиску выберем. Мне эта лиска просто очень понравился. Вот. Теперь переходим вот сюда. Переходим в Майнкрафт лаунчер. Ну, любой совершенно Майнкрафт лаунчер. Вот, типа вот такого Майнкрафта, который прилагается к моей сборке. Вот. И набираем 8. Так, выпали. Да, у меня Майнкрафт нужен, поэтому загружаться чуть-чуть по медленнее. Я играю на своей собственной сборке, чтобы не дрочать себя. We'll be right back.
сразу. Ну ничего. Да, я не знаю, может скоро я буду стримить, я не знаю просто. Но... слишком мало времени, чтобы это обдумать. Но я обещаю вам, что в следующей серии Майнкрафта я буду играть на... Вот, все. Теперь заходим в совершенно любой мир. Я вот за это зайду. Новый мир. У меня походу кнопки, наверное. Не помню как бы. И сразу... Та-дам! Видите, мы теперь лиски. Вот мы теперь лиски. А если бы мы не установили это, а если бы мы набрали совершенно другой логин, Майнкрафт скин серж. Слон! Вы видели слона? Он слона, там слон был. Ох, боже. Это маленький слоненок. Ребят, напишите в комментариях, как приручить слона в Майнкрафте. Пожалуйста. Спасибо всем. С вами была Мария Зайди. Всем удачи. Всем пока. И из новых комментариев я буду делать любые совершенно эмоционные, да, информацию, любую совершенно. Ну вот, я вам и сказала все, что вот. Тот человек, который это просил, тот молодец.